Добрый день всем. Сегодня у нас на семинаре Константин Степанянс. Можете расширить экран. Хорошо. Значит, мой доклад посвящен, соответственно, значит, точной бета-функции в n равно 1 суперсимметричных калибровочных теориях и ее связи с регуляризацией высшими ковариантными производными. Ну, конечно, хорошо известно, что квантовые поправки в суперсимметричных теориях ведут себя лучше, чем в несуперсимметричном случае, благодаря ряду теорем о неперенормировках. Значит, ну вот, здесь я, соответственно, привел наиболее известные теоремы о неперенормировке в суперсимметричных теориях. Ну, прежде всего, если суперсимметрия не расширена, то суперпотенциал, известно, не получает расходящихся квантовых поправок. Теории с n равно 2, конечно, начиная с двухпетлевого приближения и далее. Ну и n равно 4 суперсимметричные теории Янга-Милса, конечно, во всех порядках. В принципе, благодаря этим теоремам о неперенормировке можно даже, так сказать, строить конечные теории, которые, так сказать, имеют n меньше, чем 4. Ну, в частности, если n равно 2, это делается специальным выбором калибровочной группы представления для материи. В случае n равно 1, там можно еще дополнительно схему подстроить. Вот. В любом случае, эти теоремы заведомо, так сказать, очень полезны. Но на самом деле это не есть полный список, и вот в этой работе я буду обсуждать еще некоторые. Ну и прежде всего к ним относится так называемая точная бета-функция Новикова, Шифмана, Вайнштейна и Захарова, которая была предложена, в общем-то, достаточно давно вот в этих работах. Вот ее вид для n равно 1 суперсимметричных калибровочных теорий. По сути, это есть некое соотношение, которая связывает бета-функцию с аномальной размерностью суперполей материи. Ну вот, групповые множители определяются вот таким вот образом. И, в принципе, это соотношение было предложено, ну, достаточно давно из неких достаточно общих соображений. Вот не вычислением, так сказать, ряда теорий возмущений, а когда, собственно, встал вопрос о том, так сказать, как его проверить прямыми вычислениями, то оказалось, что верно оно, по крайней мере, если вычисления делаются при использовании размерной редукции и схемы минимальных вычитаний, это, собственно, называется DR-чертой, вот, то справедливо оно в однопетлевом приближении, в двухпетлевом приближении для бета-функции. Вот, а выше оказывается, что оно уже неверно, но, тем не менее, можно некоторым специальным образом подобрать схему перенормировки так, чтобы оно выполнялось. Конечно, в каждом порядке эту схему нужно специально настраивать, но даже то, что такая конечная перенормировка существует, это факт очень нетривиальный и, вообще говоря, свидетельствует в пользу того, что вот это вот соотношение, по-видимому, все же справедливо, но, тем не менее, не выполняется там в DR-чертой схеме. И в связи с этим встает вопрос о том, в какой схеме перенормировки оно будет верно. И как вообще нужно проводить вычисления так, чтобы оно выполнялось. Ну, собственно, вот ответ я постараюсь вот в этом выступлении дать. Да? Извините, но оно же с самого начала, насколько я понимаю, было предложено вообще на неперенормированном уровне, на языке голых констант связи. А потом было сказано, ну, в какой-то схеме перенормировки, если она выполняется на неперенормированном уровне на более голых констант связи, в какой-то схеме перенормировки, наверное, оно и будет выполняться. И стали люди писать просто на перенормированном уровне. И, ну, изначально это было получено на неперенормированном уровне. Да, здесь я бы сказал так, что вот в тех работах, которые вот здесь вот приведены, в части из них использовался неперенормированный язык, в частности, вот в первой работе, а вот в этой работе 86-го года использовался уже перенормированный язык. В общем, никто не делал разницы по большому счету. Утверждение, что во второй работе использовался перенормированный язык, но перенормировки не делались, а просто говорилось. Если это выполняется на неперенормированном уровне, напишем формулу, в какой-то схеме перенормировки оно выполняется. И все. Ну,
примерно да, но они просто этот вопрос вообще даже не обсуждали, я бы так сказал. В этих работах этот вопрос вообще не обсуждался. Кроме по-моему, Джонса. Ну вот у Джонса, возможно, да. У Джонса может быть, да. Примерно вот действительно говорилось, что в какой-то схеме возможно так. Вот. Хорошо, так. Ну вот, собственно, задачей моей является построить, собственно, способ вычисления такой, чтобы вот эта вот точная бет-функция была бы верна. Ну и ключевая идея, которая для этого используется, это регуляризация высшими ковариантными производными. Ну, вот она была довольно давно предложена Андреем Алексеевичем Славновым. Как некая составная часть ее используется добавление детерминантов Паули-Вилларса для устранения остаточных однопетлевых расходимостей. Вот. При этом эта регуляризация, она, во-первых, математически не противоречива, кстати, в отличие от размерной редукции. Вот. И, в принципе, она формулируется на языке n равно 1 суперполей, и поэтому никаких проблем с нарушением суперсимметрии в высших петлях, конечно, у нее принципиально нет. Вот, в принципе, ну, проиллюстрировать все это удобнее всего в начале на самой простой модели, которая представляет собой n равно 1 суперсимметричной электродинамики с NF-ароматами. Вот в безмассовом пределе ее вот на языке n равно 1 суперполей можно описать вот таким вот действием. Конечно, этот язык наиболее удобен, потому что n равно 1 суперсимметрии является явной в этом случае. Ну и для вот этой теории НСВЗ-формула, она, собственно, приобретает вот такой вот вид и связывает между собой бета-функцию в некотором приближении в L-петлях с аномальной размерностью в предыдущей петле. Хорошо, значит, для того, чтобы вот эту теорию регуляризовать с помощью высших производных, к ее действию добавляется слагаемое, содержащее высшие производные, ну вот оно вот здесь вот есть, и тогда, собственно, сумма исходного действия и вот этого регулятора с высшими производными, ну, может быть записано вот таким образом, где R – некоторая функция, которая достаточно быстро растет на бесконечности и равна нулю, равна единице в нуле. При этом известно, что устраняются таким образом все расходимости за исключением однопетлевых, а в однопетлевом приближении эта процедура не работает, и нужно производящий функционал добавлять детерминанты Паули-Вилларса. Ну, здесь я явно их вид не привел, но, тем не менее, это некие массивные поля с массой m, которая должна быть пропорциональна вот этому размерному параметру лямбда регуляризации, который, по сути, представляет собой как бы ультрафиолетовое обрезание. При этом важно, что вот этот коэффициент пропорциональности не должен зависеть от константы связи. Это, в общем-то, для всего дальнейшего довольно существенно. Хорошо, значит, важный вопрос заключается в том, что необходимо... Да? Вы написали D квадрат, там вы имеете в виду ковариантные высшие производные, наверное, да, вот это вот, R, а D квадрат, наверное. Здесь Абелева теория. Поэтому в данном случае мы калибровочно инвариантен, и, следовательно, да, когда будет не Абелев случай, производные будут ковариантные. Костя, значит, можно еще вопрос? Да, конечно. Меня? Костя, вот в высших петлях, что регуляризация Паули-Вилларса уже не влияет ни на что? Влияет, поскольку там устраняются однопетлевые подрасходимости. В высших петлях заведомо у диаграмм могут быть однопетлевые поддиаграммы, которые расходятся, и Паули-Вилларсы вот эти вот однопетлевые подрасходимости устраняют. И даже в высших петлях они существенны. А на независимые расходимости влияет? Что значит независимые расходимости? Ну, те, которые не однопетлевые, под расходимости, а в графе там же всякие разные расходимости есть. Ну, но нужно ли их там учитывать? А? Вычислять нужно, там, скажем, двухпетлевую диаграмму прямо по-честному Паули-Вилларса использовать? Ну, вообще говоря, нужно, конечно. Но, скажем так, ну, в принципе, я могу сказать следующее, что, конечно, скажем так, за исключением вот этих однопетлевых расходимостей,
можно показать, что, по сути, вклад Паули Вилларса будет нулевой практически везде, вот за исключением вот подрасходимости. Но это как бы надо доказывать и довольно нетривиально доказать. Вот, понятно. Это далее пойдет. И это доказывается. Ну да, это можно доказать, безусловно. То есть, по крайней мере, из того, что я дальше буду говорить, значит, в принципе, можно сообразить, как это получается. Ну, я, если не забуду, то постараюсь как бы внимание на это обратить. Вот. Хорошо. Значит, ну вот, теперь, собственно, значит, следующий вопрос, довольно важный. Значит, нужно отличать Ренон-групповые функции, определенные в терминах голой константы связи, и Ренон-групповые функции, определенные в терминах перенормированной константы связи. Значит, в реальности вот эти вот Ренон-групповые функции, значит, можно показать, что при, они зависят от регуляризации, но если регуляризация фиксирована, то от выбора перенормировочного предписания они не зависят. Вот. А вот эти вот Ренон-групповые функции, кстати, стандартные, они зависят как от регуляризации, так и от перенормировочного предписания. Что называется перенормировочным предписанием? Способ устранения расходимости. То есть речь идет о том, как связать между собой, скажем, голую константу связи и перенормированную, как выбрать константу перенормировки для материи, ну, вот так, такие вещи. Вот о чем идет речь. Конечный, от выбора конечных контрчленов, так сказать, в каждом порядке теории возмущений. Вот. Хорошо. Но на самом деле, значит, можно показать, что есть такая схема перенормировки, при которой оба определения Ренон-групповых функций дают в реальности один и тот же результат с точностью до формальной замены переменных. Это так называемая HD плюс MSL схема, когда теория регуляризуется высшими производными, это HD обозначается, а расходимости устраняются с помощью минимальных вычитаний логарифмов, вот это MSL, и последнее означает то, что в константы перенормировки включаем только степени логарифма лямбда к мю, а все конечные константы полагаем равными нулю, что, в общем, похоже на минимальные вычитания обычные, только вместо эпсилон полюсов и размерной техники используются высшие производные и логарифмы. И в этом случае в реальности вот эти вот определения, они дают один и тот же результат, и, в общем-то, это тоже ключевое наблюдение, которое дальше позволит вот эту вот НСВЗ-схему построить. Теперь, ну, дальше для того, чтобы получить, собственно, вот эту формулу НСВЗ для электродинамики, нужно использовать ключевое наблюдение, которое было сделано вот в этих работах, и заключается в том, что интегралы, определяющие бета-функцию, вот эту вот, которая в терминах голых констант связи определена, они представляют собой интегралы от двойных полных производных в импульсном пространстве. Ну вот в качестве примера я приведу трехпетлевой результат для этой функции. И вот видно, что действительно вот однопетлевой результат, вот двухпетлевой результат вот с этой единичкой, вот это вот трехпетлевой результат, и вот здесь тоже вот это слагаемое от трех петель. И видно, что все интегралы представляют собой интегралы действительно от двойных полных производных, которые, вообще говоря, не равны нулю, потому что вот эти вот двойные полные производные могут действовать на единицы на q квадрат и давать нетривиальный результат. Ну, понятно, нужно там сингулярность окружить маленькой сферой. Значит, и, собственно, интеграл по этой маленькой сфере как раз даст вот этот вот нетривиальный результат. И на самом деле, значит, вот понятно, что одно из интегрирований заведомо с помощью вот этой формулы можно ликвидировать. Поэтому, скажем, двухпетлевой интеграл можно свести к однопетлевому, трехпетлевой интеграл к двухпетлевому и так далее. И это имеет, в общем-то, простую графическую интерпретацию. На самом деле, если мы возьмем некоторый вакуумный суперграф, то есть тот, который не имеет внешних линий, всеми возможными способами к нему прикрепим две внешние линии калибровочного поля, получится довольно много двухточечных диаграмм, дающих класс бета-функции. А с другой стороны, если мы разрезаем линию материи вот в этом суперграфе, то получается некий набор супердиаграмм, дающих вклад
в аномальную размерность суперполей материи. И вот оказывается, что вот разрезы происходят за счет взятия интегралов от двойных полных производных, а формула НСВЗ, вот эта вот Абелева, сейчас я ее найду, вот эта вот формула, она как раз и связывает бета-функцию как бы в L-петле и аномальную размерность в предыдущей петле, причем, так сказать, даже на уровне отдельных диаграмм. То есть, по сути, все, что получается прикреплением двух внешних линий вот сюда, значит, в сумме сводится вот к сумме вот этих вот диаграмм, которые получаются разрезами линии материи. Все это можно проследить на конкретных вычислениях, все это действительно довольно хорошо видно. Ну вот в качестве примера я, собственно, опять же приведу, значит, результат вычислений как раз вот этих вот интегралов. Они могут быть вычислены. Значит, если я вычисляю, значит, вот бета-функцию и аномальную размерность, определенные в терминах голой константы связи, то, собственно, результат имеет вот такой вот вид, где некоторая постоянная, которая определяется функцией регулятором. Значит, А – это отношение массы Паули-Виллерса к лямбда. Ну и, собственно, видно, что действительно бета-функция, аномальная размерность зависит от регуляризации. С одной стороны, не зависит от перенормировочного предписания, естественно, голые вот эти вот функции. Вот. И кроме того, видно, что они удовлетворяют НСВЗ соотношение. Вот. Если же я вычислю стандартные Ренон-групповые функции, определенные в терминах перенормированной константы связи, то вот для них выражение, и они содержат некоторые конечные постоянные, которые в реальности определяют с тем, как мы устраняем расходимости. Вот, по сути, их определение. То есть вот в каждом порядке теории возмущений возникают некоторые конечные постоянные, которые отражают произвол в выборе схемы перенормировки. Вот в константе связи и в перенормировке суперполей материи. Вот эти постоянные красным они показаны. И они проходят в Ренон-групповые функции. И видно, что начиная с трех петель, как раз НСВЗ-соотношение вот здесь в общем случае не выполняется. Но, тем не менее, если мы берем HD плюс NSL, то в ней все вот эти постоянные по определению равны нулю, поскольку только логарифмы включаются в перенормировку. И, соответственно, в HD плюс NSL вот эти стандартные Ренон-групповые функции, ну, с точностью до замены аргумента формальной, совпадают с вот этими Ренон-групповыми функциями, вот, и удовлетворяют НСВЗ. То есть, по крайней мере, на трех петлях в электродинамике НСВЗ верно в HD плюс NSL, а также для Ренон-групповых функций, определенных в терминах голой константы связи. Ну, для сравнения я приведу результаты вычисления в других схемах. Вот HD плюс NSL, которая, так сказать, уже обсуждалась. Вот схема МОМ, в которой видно, что вот эти вот слагаемые уже отличаются, и НСВЗ соотношение неверно. А вот взятый из вот этой работы результат для DR с чертой, самой популярной схемы вычислений. И, собственно, тоже видно, что, значит, здесь есть отличие, благодаря чему НСВЗ соотношение также неверно. Ни здесь, ни здесь, ну, а зато HD плюс NSL. Все замечательно, ну, в том порядке, где уже схемная зависимость существ. Ну, на самом деле, результат этот можно обобщить на все порядки теории возмущений. Это сделано вот в этой работе. Ну, и там с помощью неких достаточно сложных вычислений, я, в общем, в Абелевом случае их в деталях не хочу обсуждать, дальше будет не Абелев случай более подробно. Но, значит, можно во всех порядках теории возмущений некое выражение представить для бета-функции, которое фактически представляет собой интеграл от двойных полных производных, только записанный в координатном представлении. По сути, вот этот след, который, естественно, равен нулю, минус сингулярность, которая возникает при его вычислении, ну, он сводится, по сути, вот в импульсном представлении к интегралу от двойной полной производной. Вот, и более того, значит, по этой формуле можно, в принципе, не так сложно воспроизвести и вот эти вот интегралы, это тоже проверялось, что она их действительно воспроизводит.
Вот, и более того, во всех порядках, да, я только, извините, забыл сказать, что в этой формуле, конечно, есть ряд обозначений, вот они приведены на следующем слайде, вот здесь вот, собственно, значит, звездочки, это некая последовательность, так сказать, пропагаторов и вершин, угловые скобки обозначают там функциональные усреднения некоторые, ну вот другие обозначения некоторые есть. Вот, и в принципе, с помощью этой формулы можно и сингулярности во всех порядках теории возмущений посчитать, и оказывается, что результат представляет собой ровно НСВЗ бета-функцию для Ренон-групповых функций, определенных в терминах голой константы связи. Вот, причем это верно во всех порядках. Как немедленное следствие, мы получаем, что во всех порядках теории возмущений, ну, по крайней мере, для электродинамики, НСВЗ бета-функция будет верна в HD плюс MSL схеме, потому что просто вот эти функции вот с этими в этой схеме просто совпадают. Ну, собственно, как уже говорилось. Значит, это просто, так сказать, с точностью до замены аргументов одно и то же. Поэтому в электродинамике, собственно, вот этот вот вопрос решается вот таким вот образом. Ну, конечно, электродинамика – это не самая сложная теория, поэтому, конечно, значит, намного более интересно рассмотреть уже случай Ниабелев. Вот, и в Ниабелевом случае… Да? Я здесь просто перебью, что любопытно свойство, которое совершенно непонятно, что такая же форма выполняется в схеме симметричной квантовой электродинамики, в схеме вычитания на массовой поверхности, которая является физической. Да, ровно так и есть. Это тоже действительно связано, по сути, с факторизацией вот в эти двойные полные производные. Действительно, значит, это правильно, так сказать, правильное совершенно замечание во всех порядках теории возмущений. Он-шелл-схема в суперсимметричной электродинамике также является НСВЗ. Вот это совершенно верное замечание. Хорошо, теперь, собственно, к Ниабелевому случаю переходим. Ну, вот, собственно, если мы рассматриваем теорию с одной калибровочной константой связи, то действие в терминах суперполей для перенормируемых теорий, оно имеет вот такой вот вид. Значит, W – это аналог, естественно, тензора напряженности. Для того, чтобы теория была калибровочной инвариантна, необходимо выполнение вот таких вот условий, где T – это генераторы, лямбда-юкасские константы, M-массы. Вот всегда, естественно, их выполнение будем предполагать. Регуляризация, да, значит, естественно, значит, для того, чтобы такую теорию, так сказать, проквантовать, удобно использовать метод фонового поля. Значит, но он имеет в суперсимметричном случае свои особенности. Прежде всего, нелинейное разделение на квантовую и фоновую части. И кроме того, еще нужно учесть, что квантовое калибровочное суперполе перенормируется нелинейным образом. Это впервые было вот как бы из общих соображений замечено вот в этих работах. Подтверждено прямыми вычислениями вот здесь. И в принципе, вот сами мы проверяли, что если нелинейные перенормировки не делать, вообще говоря, просто Ренон-групповые уравнения, начиная там с некоторого порядка, выполняться не будет. Поэтому это не просто, так сказать, какая-то игрушка, а реально то, что необходимо для, так сказать, проведения перенормировки. Вот. Ну, собственно, в низшем порядке, там нетривиальном, эта функция нелинейная имеет вот такой вид. И, по сути, нелинейная перенормировка сводится к линейной перенормировке некого бесконечного набора параметров типа Y0, которые очень похожи на калибровочный параметр. Вот. Ну, при этом, естественно, значит, есть фоновая калибровочная инвариантность, которая остается явной симметрией эффективного действия на всех этапах вычисления квантовых поправок. Ну, а, естественно, квантовая инвариантность нарушается фиксацией калибровки до, значит, БРСТ инвариантности. Все, собственно, это стандартно. Вот. Ну, для того, чтобы ввести регуляризацию высшими ковариантными производными, значит, также необходимо добавить слагаемые с высшими производными, которые теперь действительно уже являются по-настоящему ковариантными. Вот здесь вот видно присутствие калибровочного поля. Вот здесь возникает некая функция-регулятор, в материи возникает некая функция-регулятор. И на самом деле в слагаемом фиксирующем калибровку также возникает некоторая функция-регулятор.
Ну, естественно, там нужно добавить духи Фадеева, Попова, Нильсона, Калыш. Это само собой, естественно, разумеющееся. Теперь дальше. Значит, для того, чтобы регуляризовать остаточные расходимости, вводятся детерминанты Паули-Виллерса. Один из них там компенсирует расходимости от калибровочного поля и духов, другой от материи. Значит, тоже, значит, массы полей Паули-Виллерса пропорциональны параметру регуляризации. Значит, степень детерминанта вот эта вот тоже известна, чему равна. Вот, ну и вот эти величины не зависят от констант связи. Теперь, собственно, основные шаги, как вывести НСВЗ-соотношение в Ниабелевом случае. Вот совершенно удивительно, но оказывается, что первый шаг никак на первый взгляд с НСВЗ не связан и представляет собой доказательство конечности вершин, в которых есть три внешние линии. Из них две внешние линии – это духи Фадеева-Попова, а одна внешняя линия – это квантовое калибровочное суперполе. Вот как ни странно, вот такая вот теорема о неперенормировке новая, она является очень важным шагом в этом доказательстве. Благодаря вот этой теореме о неперенормировке исходное НСВЗ-соотношение может быть переписано в некоторой новой форме, в которой присутствует не только аномальная размерность суперполей материи, как раньше, но еще и аномальная размерность духов Фадеева-Попова и квантового калибровочного поля. Ну, дальше о нем речь пойдет более подробно. После этого доказывается, что бета-функция вот эта вот определяется интегралами от двойных полных производных, которые, естественно, сводятся к сумме сингулярных вкладов. Собственно, следующий шаг – это суммирование сингулярностей и доказательство, что сумма этих сингулярностей дает как раз вот это вот уже НСВЗ-соотношение, кстати говоря, не исходное. Вот. И последний шаг – это построение НСВЗ-схемы, которая, естественно, оказывается HD плюс MSL. Хорошо. Значит, ну вот теперь по каждому из этих шагов нужно пройтись, так сказать, более подробно. Начинаем, собственно, с теоремы о неперенормировке вот этих тройных духово-калибровочных вершин. Ну, вот здесь вот я в качестве примера привел однопетлевые диаграммы, которые дают вклад вот в эти вершины и результат их вычисления. Вот в реальности, так сказать, одна из этих вершин дается вот такой формулой, где, скажем, вот эта вот функция, а именно она, так сказать, в однопетлевом приближении могла бы расходиться по индексу, она имеет следующий вид, и видно, что действительно расходимости в ней никаких нету, она, конечно, в ультрафиолетовой области, вот. Но в реальности результат, он может быть доказан во всех порядках теории возмущений с помощью тождествовного Тейлора и правил вычисления суперграфа. Справедливо оно при использовании суперполевой формулировки в произвольной ксиклибровке. Ну, кстати говоря, вот после того, как вот эта работа уже вышла, студенты там мне сказали, что аналогичное утверждение уже было раньше в литературе известно, но правда, как выяснилось, оно известно было, значит, в калибровке Ландау при кси равной нулю и, в общем, при формулировке в терминах обычных полей. Вот здесь же суперполевое квантование и кси произвольно, в отличие от вот этих работ. Ну, собственно, далее можно, естественно, для вот этих вершин посчитать константу перенормировки. Она будет иметь вот такой вот вид, где z-альфа – константа перенормировки заряда, z-v – константа перенормировки квантового калибровочного поля, z-c – константа перенормировки духов, и теорема о неперенормировке тройных вершин, по сути, записывается в виде вот такого утверждения. И это утверждение позволяет переписать НСВЗ-бета-функцию немного в другом виде. Ну, исходное НСВЗ-соотношение можно просто чисто алгебраическими преобразованиями переписать вот так, а бета-функцию в правой части связать с перенормировкой заряда. После чего перенормировку заряда в силу вот этого равенства можно выразить через перенормировку духов и квантового калибровочного поля. Ну, собственно, для бета-функции получается вот такая формула, которая вот сюда и подставляется. После этого получается вот эта вот новая форма НСВЗ-бета-функции, которая, в отличие от исходной, связывает бета-функцию с аномальными размерностями только в предыдущей петле. А исходная формула, которая вот была вот здесь написана, она связывает бета-функцию
с аномальной размерностью суперполей материи, но во всех предыдущих порядках. Поэтому, в принципе, есть просто две эквивалентные формулы, ну, каждый из них удобный для каких-то своих целей. Хорошо, собственно, далее можно заметить, что графическая интерпретация вот этой формулы очень похожа на Абелевое на СВЗ соотношение. Если у нас есть вакуумный суперграф, то присоединив к нему всеми возможными способами две внешние линии фонового, теперь уже калибровочного поля, получается набор супердиаграмм, дающих вклад в бета-функцию, а с другой стороны всевозможные разрезы внутренних линий дают диаграммы, которые, так сказать, дают вклад вот в эти аномальные размерности, ну и, собственно, вот буквально по диаграмму вот эта вот формула фактически работает. Костя, а ты не мог бы пояснить, как вот сокращается просто на диаграмму в этом случае и в предыдущем знаменателе, в предыдущем формуле? Куда он уходит? Сейчас, значит, насколько я понимаю, речь идет про вот этот знаменатель. Хорошо, так, давайте смотреть. Так, вот давайте сейчас посмотрим условно на вот эту формулу сейчас. Вот знаменатель здесь есть, да? Мы его переносим, вот этот вот знаменатель, сюда, влево, да, налево. Дальше движемся, сейчас я найду соответствующее место. Вот, значит, перенесли знаменатель налево, а потом слагаемое со знаменателем, смотрите, вот здесь альфа 0 в квадрате, а здесь альфа 0 в первой. И вот как раз вот этот знаменатель, вот он дает вот это слагаемое, вот которое красным написано, да? Вот он сюда проскочил. Поэтому, когда дальше мы вот эту вот часть выражаем через вот эти аномальные размерности, все, знаменатель ушел, вот он ликвидировался. Ага. Так, хорошо. Ну, собственно, вот графическая интерпретация вот этой формулы очень простая, действительно. И поэтому, на самом деле, есть подозрение, что именно она получается при суммировании сингулярности. Но на самом деле все это сделать не так легко. Значит, следующий шаг – это доказательство того, что интегралы, которые определяют бета-функцию, это интегралы от двойных полных производных. Ну, техника здесь довольно сложная, поэтому я, так сказать, только основные идеи сформулирую. Рассматривается двухточечная функция Грина фонового калибровочного поля, которая поперечная, естественно, и бета-функция, она связана вот с этой вот функцией D. Вот. После этого ее можно выделить из эффективного действия, делая, ну, вот такую вот формальную замену. Вот. И тогда действительно мы просто выделяем бета-функцию, вот. После чего делаются, ну, некоторые достаточно нетривиальные преобразования, чисто алгебраические, использующие, вот, например, вот такое хитрое, так сказать, тождество какое-то, результатом которых является следующее, что бета-функция, бета-функция определяется некоторым выражением, которое формально равно нулю просто в силу калибровочного тождества словного Тейлора. То есть, по сути, получается некий результат, который, вот если так, не думая применить тождество словного Тейлора, просто дает ноль и все. Вот, но в реальности, значит, если посмотреть на все более внимательно, то оказывается, что параметр соответствующего калибровочного преобразования очень быстро растет на бесконечности. Ну, а большие величины в координатном представлении – это маленькие величины в импульсном, и поэтому в реальности большой рост вот этого параметра как раз соответствует тому, что вот здесь вот возникает сингулярность в районе нуля, и в реальности как бы за счет быстрого роста калибровочного параметра и возникают вот эти сингулярности. То есть в реальности равенство нулю только формальное. А если аккуратно посмотреть, значит, что получается, то получаются вот такие сингулярности, благодаря которым результат будет не нулевой. Вот. И в принципе можно даже проанализировать, значит, что получится в результате. И более того, построить, так сказать, ну раз мы получили, так сказать, выражение, которое формально, так сказать, равно нулю, но не равно нулю, значит, за счет сингулярности, то это похоже, что интеграл от двойных полных производных, которые мы уже видели. И в реальности, анализируя вот все это формальное доказательство, можно даже построить некий метод, который
позволяет эти интегралы от двойных полных производных получить. Ну и, собственно, ну, вот здесь вот написан алгоритм, который, значит, получает интегралы от двойных полных производных. Ну, я опять же не буду там комментировать все эти действия, остановлюсь на основных идеях. Значит, первое, этот метод требует вычисления только вакуумных суперграфов. То есть, допустим, мы имеем некий вакуумный суперграф, вклад его в эту функцию получается из довольно большого числа диаграмм, которые содержат две внешние линии фонового поля, прикрепленные к нему всеми возможными способами. Но оказывается, не нужно их всех вычислять, достаточно вычислять только вакуумный суперграф. Ну, правда, его там нужно немножечко подмодифицировать как-то. И на самом деле, ну, сделать с ним некие формальные преобразования, там добавить, так сказать, ну, некие вот полные производные к результату вычислений, еще что-то сделать. Вот в результате получается выражение, которое представляет собой интеграл от двойной полной производной. Вот, и в принципе, значит, я это буду чуть-чуть позже обсуждать, это выражение совпадает с тем, что получается стандартными способами для довольно нетривиальных примеров. Во всех примерах все совпадение было идеально. То есть, в принципе, достаточно рассматривать только вакуумный суперграф раз, и при этом получается автоматический интеграл от двойной полной производной, это 2, по сути. Ну, а все остальное уже техника. В принципе, вот этот вот шаг, где вводятся вот эти вот двойные полные производные, его можно немножко модифицировать так, чтобы потерялась бы явная факторизация в полные производные с одной стороны, но с другой стороны мы бы просто, грубо говоря, каждый пропагатор заменяли бы там на дельта-функцию. Ну, понятно, надо рассмотреть, так сказать, диаграмму, один пропагатор заменить на дельта-функцию и просуммировать, так сказать, все-все-все, что получается таким образом. В принципе, при этом явная факторизация в двойные полные производные теряется, но результат будет ровно таким же. Ну, да, ага. А можно ли доказать, как можно доказать, вот я говорю, можно доказать, что вычисление через двухточечную функцию в фоновых полях эквивалентно вот такой вот процедуре. На каком этапе ты убираешь фоновые поля и переходишь к этой процедуре? Так, сейчас скажу. Значит, вот, значит, смотрите, вот у нас две внешние линии, да, вот они. Значит, дальше я делаю формальную замену V на тета в четвертой. То есть тета – это вспомогательный параметр, там вот этот вот суперпространственный. На этом этапе уже исчезло суперполе внешнее. А дальше, по сути, идут некие, так сказать, дифференцирования, так сказать, ну, чисто вот алгебраические преобразования, связанные с ковариантными производными, которые вот здесь вот сидят, который уже действует на тета в четвертый, уже нету внешнего суперполя, вот на этом этапе. И в каком-то этапе, ну вот с учетом, так сказать, вот этой вот формулы тоже, у нас остается вакуумный суперграф, в котором вместо внешних V-линий стоит тета в четвертый. И по сути, вот когда мы говорим, что в любую точку суперграфа добавляется вот этот множитель, вот этот вот множитель, он по сути и является остатком от вот этих вот внешних линий калибровочного суперполя. Вот он, собственно, остается. Ну, а дальше есть некая алгебра. Ну, в принципе, я говорю, если что, у меня вот где-то там есть с вычислениями, его можно, так сказать, тоже открыть, посмотреть поаккуратнее. Сейчас, извините, правильно ли я понимаю, что на этом этапе вот как раз появляется та особенность, что ты не работаешь с самого начала с Лагранжаном, а записываешь вот эффективные действия. И в эффективном действии это видно явно просто. Никаких вот диаграмм. Вот этот вот переход. Ну, я работаю действительно, да, с эффективным действием. Правильно, конечно, да. Но, в общем, это нетривиально получить. То есть это, в общем, такой очень нетривиальный и довольно, так сказать... Вы на гражданском уровне такого явно бы сразу не получили.
Еще раз повторите, пожалуйста. Программа же уровня, если вы не через эффективное действие, а на лагранжевом уровне действия, то ослабление его лучше. Это вот очень существенный момент, на мой взгляд, что ты работаешь с эффективным действием. Да, конечно, конечно, безусловно, но тем более, так сказать, ну, заведомо здесь речь идет об эффективном действии. Без него, конечно, обойтись невозможно принципиально. Вот, тем более, что плюс еще, так сказать, как бы явная суперсимметрия именно на уровне действия получается, потому что вот это вот тета, которая здесь очень активно используется, это параметр, который, по сути, делает суперсимметрию явной. Вот. И без него вообще бы ничего не вышло в принципе. Вот, то есть заведомо, так сказать, без суперполевой формулировки здесь бы ничего не получилось, если мы просто берем компонентную, условно, лагранжан, не вышло бы ничего в принципе. Спасибо. Угу, хорошо, так, сейчас, значит, на чем остановились? Ну вот, да, значит, вот остановились на вот этом методе, что действительно, значит, можно некими, так сказать, вот такими, значит, действиями, значит, получить результат для бета-функции. Ну, не знаю, там можно верить или не верить, но, собственно, понятно, что если я пишу вот такие вот слова, то их, естественно, нужно проверять вычислениями. Ну, и дальше вот я привожу некие вычисления, которые были сделаны с помощью вот этого метода, которые подтверждают то, что он правильно работы. Ну, скажем, вот в этой работе, значит, был вычислен для произвольной n равно 1 суперсимметричной перенормируемой теории Янга-Милса с одной константой связи вклад в бета-функцию двухпетлевой в произвольной кси-калибровке. Он получается от вот таких вот вакуумных супердиаграмм. Ну, а в реальности, значит, есть еще две внешние линии фоново-калибровочного суперполя, которые всеми возможными способами прикрепляются, и реально супердиаграмм, конечно, огромное множество, но я вычисляю вот эти вакуумные диаграммы вот с помощью вот этого метода и смотрю, что получится. Ну, в общем, всю эту процедуру, кстати, не так уж сложно проделать. И ответ, который был получен, он имеет вот такой вид. Во-первых, он совпал с тем, что ранее вычислялось в размерной технике, ну, понятно, на двух петлях бета-функции системно независимо. Ну и кроме того, естественно, значит, даже уже, кстати, на уровне петлевых интегралов справедливо как новая форма НСВЗ соотношения, так и старая, ну, для реновых групповых функций, определенных в терминах голых констант связи, но уже даже на уровне петлевых интегралов. При этом вся калибровочная зависимость сократилось, вообще говоря, вычисление было для произвольного кси сделано, все сократилось, ну, в общем, все получилось так, как должно было получиться. Хотя вычисление, конечно, так сказать, ну, я не знаю, в десятки или сотни раз, так сказать, проще оказалось. Вот, но тем не менее, значит, работает. Затем, ну, вообще говоря, конечно, здесь все тривиально, потому что здесь схемная независимость. Уже схемная зависимость проявляет себя в трехпетлевом приближении. Ну, здесь вычисление реально сложное. Вот, и поэтому, ну, вот здесь я привел только, собственно, то, что было уже вычислено для диаграмм, которые, для вкладов в бета-функцию трехпетлевых, содержащих юкавские константы, вот из-за этих вершин. Значит, ранее стандартным способом, ну, вот пара, так сказать, бывших уже аспирантов, значит, вычислила все двухточечные диаграммы, которые имеют две внешние линии фонового суперполя. Значит, получила, значит, ответ, записала его в виде, так сказать, двойных полных производных. Вот, вот. Хороший ученый. Ну да, да, теперь это уже хороший ученый, да. Вот. Значит, ну а дальше, там через какое-то время я пересчитал, значит, вот эти вот вакуумные суперграфы уже другим способом. И, собственно, все действительно совпало. Ну, в частности, вот дальше я вот для суперграфа 1 и суперграфа 5 вот суммарный ответ приведу. Вот он, действительно, интеграл от двойных полных производных. Значит, двумя способами получается один и тот же ответ. Действительно, после взятия интегралов от двойных полных производных получается соответствующий вклад в аномальную размерность, так что действительно все реально, так сказать, прекрасно работает и все идеально совпадает.
Вот. Ну и в трех петлях, конечно, это заведомо, так сказать, очень нетривиально, заведомо вычисления более чем сложные. Вот, хорошо, теперь вопрос следующий. Значит, как же найти сумму сингулярных вкладов во всех порядках теории возмущений? В конце концов, значит, мы поверили, что интегралы, определяющие бета-функции, действительно интегралы от двойных полных производных, они сводятся, естественно, к сингулярностям. Дальше эти сингулярности нужно суммировать. Ну, опять же, основная идея там технической реализации тоже довольно нетривиальная, но, тем не менее, основные идеи можно объяснить. Первое. Значит, к исходному действию добавляется слагаемое, содержащее некий вспомогательный вещественный параметр G. При этом, значит, вот этот кусок, по сути, квадратичная часть действия. Поэтому, по сути, после добавления вот этого куска все пропагаторы там умножаются на G, а все вершины остаются неизменными. Ну и, естественно, если я там продифференцирую эффективное действие по G, ну, как несложно видеть, дифференцировать надо только вот это, а здесь квадратичная зависимость. Поэтому, естественно, значит, эта производная выражается через двухточечные функции Грина. Вот, с одной стороны, ну, и в любой из них заведомо есть, так сказать, некая вот эта вот функция Грина G исходная, которой надо будет, так сказать, вычислить обратно. И обратная функция Грина, естественно, дается вот таким вот рядом. А дальше я вот это выражение просто сравниваю с тем, что дает вот этот новый метод. И оказывается следующее, что если у меня есть диаграммы, в которых есть совпадающие импульсы, которые фактически имеют вот такую структуру. Это некие одночастичные неприводимые куски, ну вот соединенные какой-то линией. То оказывается, что вот от таких диаграмм вот сюда вот получаются вот эти слагаемые, причем вот это вот число n, это есть, по сути, число вот этих вот одночастично неприводимых поддиаграмм. А если мы работаем с помощью того метода, то получается ровно то же самое, только деленное на n. Поэтому, по сути, если сравнивать вот это выражение с тем, что получается после применения вот этого метода, то фактически, ну, для каждой из вот этих обратных функций возникает вот какая-то замена, типа вот такой вот. И, в принципе, можно просто, значит, все соответствующие вклады, сравнивая, так сказать, вот это выражение с тем, что дает новый метод, просто получить. Вот, в частности, я привел, например, так сказать, сумму сингулярных вкладов, которые получаются при разрезах пропагаторов суперполей материи. Ну вот можно увидеть вот этот логарифм, который возникает при замене. Вот как раз дельта-функция за счет разреза пропагаторов и так далее. И соответствующий вклад сводится как раз к аномальной размерности суперполя материи. Вот. И коэффициент как раз оказывается ровно такой, как в новой форме НСВЗ-бета-функции. Более того, значит, если мы разрезаем калибровочные пропагаторы, мы получаем вот это слагаемое, ну, полностью аналогичное примерно вычисление. Если мы разрезаем пропагаторы духов, получается вот это слагаемое. Ну, все это, естественно, под собой имеет какие-то там нетривиальные достаточно вычисления. Вот, поэтому в результате мы получаем вот такую вот формулу, подставляя в которую однопетлевое выражение для бета-функции, ну, мы получаем, в общем, уже знакомое нам выражение. И, собственно, за счет теоремы о неперенормировке духово-калибровочных вершин получается как раз и старое соотношение тоже. Таким образом, во всех порядках теории возмущений доказывается, что для Ренон-групповых функций, определенных в терминах голой константы связи, и вот эта формула, и вот эта формула, они верны, ну, естественно, при использовании регуляризации высшими ковариантными производными. Вот. Ну, как немедленное следствие, получается, что во всех порядках теории возмущений НСВЗ-схемой является HD плюс MSL, потому что в ней просто ренон-групповые функции, определенные в терминах перенормированной константы связи, вот с этими просто совпадают. Поэтому, естественно, значит, там все будет то же самое. Таким образом, вот есть довольно простое предписание, как НСВЗ-схему получить во всех порядках теории возмущений. Ну, собственно, это, конечно, основной результат. Ну, можно немножечко проанализировать его следствие для теории, так сказать, с расширенной суперсимметрией, что тоже довольно любопытно.
Ну, в принципе, если у нас есть теории с N2 суперсимметрии, то они, конечно, некий частный случай теории с N равно 1 суперсимметрии. Вот соответствующее действие написано на N равно 1 языке. Но при этом, естественно, представление для суперполей материи оказывается приводимым. Оно является прямой суммой присоединенного представления, в котором сидит суперпартнер калибровочного суперполя, и двух взаимно сопряженных представлений, в которых находится гипермультиплет. Вот. Ну и, конечно же, в такой формулировке одна суперсимметрия является явной, а вторая, конечно же, скрытой. Ну, вопрос такой, к чему приведет НСВЗ-формула? В принципе, значит, регуляризация высшими производными может быть здесь также сделана, слагаемая с высшими производными построена в этой работе. Вот, поэтому НСВЗ-формула, никаких сомнений, так сказать, нет, что она будет работать. Вот, ну, естественно, нужно написать там полную матрицу аномальных размерностей, ну, учесть, что здесь как бы еще там обычно заряд сидит, так сказать, где-то в определении фи. Поэтому полная матрица аномальных размерностей, она оказывается вот такая. Можно все вот эти вот групповые множители тоже посчитать и подставить формулу НСВЗ. При этом получится, ну, некоторое уравнение, вот такое вот, которое можно решить. И решение этого уравнения будет иметь следующий вид. На самом деле, значит, здесь видно, что то, что получилось, не является чисто однопетлевым выражением. То есть здесь присутствует аномальная размерность, ну, вот суперполя, которое является суперпартнером калибровочного суперполя, ну, или же эквивалентно аномальная размерность гипермультиплета, которая с ней связана, потому что вот здесь вот есть суперпотенциал неперенормируемый. Вот, поэтому, естественно, аномальные размерности здесь вот этих вот двух суперполей связаны друг с другом. Вот, стало быть, собственно, вообще говоря, результат для бета-функции получается не однопетлевой. Но если бы, скажем так, вот это вот суперполе перенормировалось бы так же, как и фоновое калибровочное суперполе, то, конечно, бы аномальная размерность была бы равна нулю, потому что фоновое калибровочное суперполе просто не перенормируется. Так, ну здесь вот, знаете, вот не перенормируется оно. Вот. Но, тем не менее, до тех пор, пока у нас явная только одна суперсимметрия, естественно, мы ожидать этого не можем. Вот, поэтому, вообще говоря, если мы работаем на языке N равно 1 суперполей, то, в принципе, не исключены и многопетлевые поправки в N2 суперсимметричном случае. Ну, кстати, для N4 теории вот эта вот штука просто равна нулю, поэтому там, конечно, все хорошо и никаких проблем не возникает. Ну, вопрос такой. А есть, конечно, N2 теорема о неперенормировке, и, собственно, который говорит о том, что бета-функция должна быть, естественно, чисто однопетлевой в этом случае. И вопрос такой, а как же нужно считать, чтобы получить вот эту теорему о неперенормировке? И, в принципе, ну, вот то, что здесь написано, идею подсказывает, что если у нас суперпартнер калибровочного суперполя и фоновое калибровочное суперполе, они как бы перенормируются единообразно, то тогда действительно результат однопетлевой. Но для того, чтобы этого достигнуть, нужно, чтобы N2 суперсимметрия была бы явной на всех этапах вычисления квантовых поправок. А это делается уже не в технике N равно 1 суперполей, которая вот здесь вот используется, а в более хитрой технике так называемого гармонического N2 суперпространства. Ну, это некая, так сказать, довольно хитрая техника, позволяющая сделать две суперсимметрии явными на всех этапах вычисления квантовых поправок. Ну, здесь вводятся некоторые тоже вспомогательные гармонические переменные, вот эти вот U, вот удовлетворяющие вот таким условиям. В принципе, это некая большая наука. Можно там сформулировать N2 суперсимметричным образом там все действия, вот эти вот, которые выше, так сказать, были написаны, проквантовать теорию N2 суперсимметричным образом. Можно даже в гармоническом суперпространстве построить регуляризацию высшими ковариантными производными. Вот. И после этого можно дать очень простое и легкое
доказательство N2 теоремы о неперенормировке, которая базируется на НСВЗ-бета-функции. Значит, на самом деле, ну вот из НСВЗ-бета-функции мы знаем, что бета-функция, ну вот, связана с аномальной размерностью, скажем, гипермультиплета. Вот в силу вот этого равенства. Теперь, а в гармоническом суперпространстве можно просто вычислить индекс расходимости для гипермультиплета. И оказывается, что диаграммы, которые в гармоническом суперпространстве, так сказать, определяют аномальную размерность гипермультиплета, они конечны по индексу. Поэтому аномальная размерность просто равна нулю у гипермультиплета. Как только мы это выяснили, сразу же подставляя вот вследствие НСВЗ-формулы вот это равенство, мы получаем, что бета-функция является чисто однопетлевой, и таким образом, для того, чтобы получить N2 теорему о неперенормировке, нужно считать, во-первых, так сказать, значит, в гармоническом N2 суперпространстве, ну и, во-вторых, используя, собственно, регуляризацию высшими ковариантными производными. Поэтому в реальности НСВЗ-бета-функция, она очень тесно связана с теоремами о неперенормировке для расширенного суперпространства. Вот, ну и поэтому я в самом начале как раз и назвал ее, что, так сказать, ее тоже можно отнести к теоремам о неперенормировке. Ну вот, собственно, теперь можно, наверное, значит, перейти к заключению и сформулировать, значит, основные результаты, которые заключаются в следующем. Что если используется регуляризация высшими ковариантными производными, то Ренон-групповые функции, которые определены в терминах голых констант связи, они удовлетворяют формуле НСВЗ как в новой, так и в старой форме во всех порядках теории возмущений при любом перенормировочном предписании. Ну, имеется в виду способ устранения расходимости при фиксированной регуляризации. Если мы берем стандартно определенные Ренон-групповые функции, то есть в терминах перенормированных констант связи, то во всех порядках теории возмущений они удовлетворяют формуле НСВЗ в HD плюс MSL схеме, когда теория, значит, регуляризуется высшими ковариантными производными, а расходимости устраняются с помощью минимальных вычитаний логарифмов. Ну и, конечно, причиной того, что возникают такие соотношения, является то, что бета-функция в N равно 1 суперсимметричных калибровочных теориях фактически определяется интегралами от двойных полных производных в импульсном пространстве. Ну и, конечно же, очень существенно то, что тройные духово-калибровочные вершины являются конечными во всех порядках теории возмущения. Это есть некая, так сказать, новая теорема о неперенормировке в суперсимметричных теориях, она позволяет по-другому переписать формулу НСВЗ, и именно вот эта вот новая, переписанная по-новому формула НСВЗ, она как раз и получается при суммировании ряда теорий возмущений. Фактически доказывать нужно именно ее. Хотя она, конечно, менее удобна для получения бета-функции, потому что, естественно, если вычислить аномальную размерность только материи, то из старой формы НСВЗ-бета-функции, конечно, бета-функцию всегда можно сразу получить. Вот. А из новой формы там надо еще досчитывать там аномальные размерности духов квантового калибровочного поля. И это, конечно, сложнее. Но, тем не менее, каждая форма имеет какие-то свои преимущества и недостатки. Ну и, наконец, теоремы о неперенормировке в теориях с расширенной суперсимметрией получаются из НСВЗ-соотношение при использовании регуляризации высшими ковариантными производными и ну, при условии, что квантование является N2 суперсимметричным. Вот. Хорошо, значит, ну вот последний слайд. Большое спасибо за внимание. Можно все-таки вопрос? Да. Можно еще раз повторить, тут плохо слышно. Такая замечательная регуляризация высшего производного. Почему именно она все концы с концами сегодня? А, понял. Ага, хорошо. Значит, ну, ситуация следующая. Значит, преимущество регуляризации высшими производными заключается в том,
что в ней существует вот эта формула. Сейчас я ее постараюсь показать. Так, конечно, немного. Вот, что в ней, по сути, можно бета-функцию просто представить как предел при нулевом внешнем импульсе вот такой производной. В размерной технике попытка написать что-то аналогичное приводит к возникновению неопределенности 0 в нулевой степени. И там, за счет этого структура петлевых интегралов будет совершенно другая, и в размерной технике уже даже на уровне, голых ренорм-групповых функций уже НСВЗ-формула неверна. Вот. А в высших производных предел хороший, реально можно вычислить соответствующие интегралы, все получается. И как раз возникает структура с двойными полными производными. Как раз именно за счет этого все получается хорошо. А в размерной технике там исследовали вопрос, есть аналоги некие интегралов двойных полных производных, но, конечно, они, совершенно по-другому выглядят. И, в общем-то, там действительно уже на трехпетлевом уровне для голых ренорм-групповых функций несправедливый НСВЗ. Так, а можем мы все-таки еще к тому же, что высший вариант на производной это регуляризация именно работающая в четырех мере? Ну, в том числе, да, безусловно. Ну, безусловно, то, что высшие производные работают в четырех измерениях, это, конечно, их, безусловно, большое преимущество. То есть для высших производных нет никаких проблем, связанных с гамма-5, с эпсилон-символом и прочих. Конечно, это намного приятнее, с одной стороны. Но, с другой стороны, многие вещи существенно технически сложнее. Особенно вычисление каких-то вершин с многими внешними линиями, оно, конечно, намного менее тривиально. Можно вопрос? Да, конечно. Вопрос такой. Все-таки в эту функцию для нормальной разрядности это величина вспомогательная. Какие-нибудь физические есть соотношения, которые были бы аналогичны НСВЗ? В каком случае, опять же, что-то со связью? Я говорю, бета-функция, аномальная размерность, это все вещи достаточно все-таки вспомогательные, прямо неизвестные. Для физических величин можно что-нибудь похожее сказать про НСВЗ? Или это, Ну, конечно, это прежде всего связь между вспомогательными величинами. Ну, и есть некое НСВЗ-соотношение для функции Адлера, но, опять же, это тоже, аккуратно нужно с ним обращаться, потому что тоже как определить все это. Но, в общем, в любом случае, эта связь действительно все-таки для величин вспомогательных, скорее, я бы так сказал. Ну как, в случае Евгений-Минов все-таки удается написать аналогичное соотношение между типом НСВЗ, между D-функцией Адлера и аномальной размерностью суперпозиции. То есть для функции Адлера есть такой случай, но это не общий случай. Для любой функции Грина можно так написать. Правильно я понимаю? Ну, насчет любой я бы не сказал, но для D-функции действительно получается. Так, чтобы какая-то произвольная, функция Грина, совсем не берусь утверждать. Я, честно говоря, просто не исследовал. И не факт, что будет. Проходит? D-функция это измерение лично, а нормальная размерность опять... А там есть соотношение, D голое равно единице минус гамма суперпозы. И это можно написать через таких. Нет, Андрей, там же остаточная вот эта функция, ты понимаешь, я
Да, это Альфа, там, Флэша, Альфа. Да. Там с кем? А это ты не знаешь. Что? Ну, ну ты не знаешь, но... Хорошо, давай вопрос о другом задам. Есть ли соотношение типа РСВЗ, которым не зависели бы от схем тренировки, от способа регуляризации между физическими и Ну, честно сказать, я, по крайней мере, не знаю таких. Вот, вот я знаю, что вот есть некие бета-функции, есть аномальная размерность, это действительно в каком-то смысле величины вспомогателя, они удовлетворяют. Что касается ну, физических величин, ну, по крайней мере, ну, не не исследовали и не факт, что есть. Как, могут быть, могут не быть. Вот. Не, я не смотрел. Я ну, Айк Дескан сказал, что это функция известна, да, если например, да, отношения, а физические величины, они не зависят от схем. Тоже. Я ответ, собственно, как это. Чего? Не, не ну я... Нельзя, я не знаю, ну, Константин тоже подтвердил, ни одного утверждения в терминах каких-то физических инвариантов. Да, в этом функции гамма там, ну, в какой-то схеме там красивая форма, а чтобы вот, ну, ну, грубо говоря, ты же ведь для, ну, да, квантовая электродинамика суперсимметричная. Ты можешь там аналог Е плюс Е плюс аннигиляции? Ну, предсказаний нет никаких, насколько я знаю. Что, квантовая электродинамика? Ну, квантовая электродинамика, ты, я ты сечение и обрутивное состояние. Что оно получается? Нет, есть такое соотношение, это специально все энергии. Ну, она физически величина, а с кем ты энергию? Я, ну, такой, есть соотношение между там, сечением и обрутивным состоянием. Так, и два фотона, два фотона. А, такой. Ну, фактически это отражение. Летательник, он удивляет. Нет, не понимает это. Ну, да, равно. Нет, ну, Ладно, но ощущение плюс минус аннигиляции, связь его, другим там два фотона. То есть наши выборы пересчитываются. То есть это не буквально. Нет, я расскажу. Конечно, не буквально. Во-первых, можно ли построить соотношение не между ренорм групповыми функциями, а между измеряемыми двумя функциями Грин. Ну, или измеряем величины. Но ответ такого вот действительно пока не известно. А вы равно два, что-нибудь есть такое? Еще раз. Вы равно два, что-нибудь есть такое? Аналогично. Вам два? Да. Ну вот в М2 смотрите. Значит, в М2 есть НСВЗ. Так, сейчас, вот смотрим. Значит, вот исходное как бы N1 НСВЗ, вот если его просто написать с использованием состава полей М2 теории, оно превратится в следующее соотношение, очень похожее на Абелева НСВЗ. Значит, по сути, вот. Значит, но дальше вопрос такой. Вот это верно. Если теория квантуется в N1 полях, значит, если мы, грубо говоря, квантовые поправки нарушают скрытую суперсимметрию. Значит, если же мы квантуем теорию так, чтобы у нас скрытая симметрия была бы, ой, в общем, короче, чтобы вторая суперсимметрия была бы явной, то из НСВЗ мы просто получаем теорему о неперенормировке в N2 теории. По сути, мы получаем, что N2 суперсимметричная теория Янга-Милс, ну даже не просто Янга-Милс, а калибровочная теория,
что она будет, конечно, во всех порядках, кроме однопетлевого. Это фактически следствие на СВЗ. Понятно. Тут, может быть, кто-то еще не, насколько я помню, не сказал, что вот эта вот СВЗ, эта функция, она оказывается очень удобной для воспроизведения некоторых результатов, которые доказательства, которые доказывал в свое время Казаков, что если в одной петле там что-то есть, там, конечно, то и во всех петлях. Правильно понимаю? Да, есть такое утверждение, вот недавно тоже, значит, сделали работу такую, что, значит, если теория, значит, конечно, скажем так, ну, подобрано представление для материи, подобрана, так сказать, калибровочная группа таким образом, и схема перенормировки таким образом, чтобы бета-функция и аномальная размерность в L-петлях были бы равны нулю, то... Значит, было доказано, что НСВЗ-формула в следующем порядке теории возмущений, где она, вообще говоря, может быть нетривиальной, она справедлива, во-первых, в произвольной схеме перенормировки, то есть ну, в L плюс одной петле, вне зависимости от схемы, это будет верно, это раз. И как следствие, немедленное следствие, что значит, бета-функция в следующей сейчас, да, чтобы эта функция в следующем приближении будет равна нулю. В принципе, этот результат, его довольно давно получили, значит, Джонс, сейчас скажу, нет, не Джонс, по-моему, Вест, Сониус Вест и Грисару Милевский Занон, вот, значит, двух работ независимо он был получен, но из-за НСВЗ соотношения, как выясняется, значит, его можно очень и очень легко воспроизвести, и это, по сути, так сказать, сразу очень легко объясняет, почему такой результат действительно получается. Вот, кто у нас уходит из семинации? Спасибо, Константин. Ага. Пожалуйста, всем большое спасибо за...